На погранично-пропускном пункте Лачин в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Гурус. Сегодня в пропускном пункте в направлении Армении перешли около 60 человек. Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов. Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через погранично-пропускной пункт и доказывает, что утверждение Армении о якобы блокаде Азербайджана в Лачинской дороге являются ложью и клеветой. На погранично-пропускном пункте Лачин сейчас находится наша съемочная группа. На прямой связи к студии подключается мой коллега Микаэл Таутиев. Микаэл, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Медина. Как ты уже отметила, мы находимся в Лачине, где армянские жители Карабахского региона продолжают пересекать пограничный пропускной пункт Лачин. Карабах продолжает покидать лица армянской национальности, не согласные жить законами Азербайджана и продолжающие раздувать огонь сепаратизма и реваншизма в Карабахском регионе. Сегодня большинство армян, покинувших Карабахский регион, являются теми самыми приверженцами сепаратизма, которые не желают реинтегрироваться в азербайджанское общество и жить по его законам. Баку неоднократно заявлял, что армянские жители Карабахского региона являются его гражданами и могут принять его законы. В противном случае они могут покинуть Карабахский регион Азербайджана и уехать как в Армению, так и в любую другую точку мира. А для их беспрепятственного перехода на территорию Армении обеспечен пограничный пропускной пункт Лачин. Сегодня Карабахский регион Азербайджаном покинуло около 120 армян, 57 из которых покинули регион при посредстве Международного комитета Красного Креста, а 60 из них покинули регион при посредничестве миротворческого контингента России. С момента создания погранично-пропускного пункта Лачин был обеспечен свободный проезд для транспортных средств армянских жителей. На этом у меня все. Студия. Большое спасибо. Я отмечу, на прямой связи со студией с погранично-пропускного пункта Лачин был мой коллега Микаэл Таутиев.